Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров поприветствовал бойцов и поблагодарил их, исполняющих свой воинский долг в ходе спецоперации. На встрече они обсудили помощь семьям, бытовые условия, материально-техническое обеспечение, гуманитарную помощь. Ребята рассказали, что предметом первой необходимости в зоне СВО является питьевая вода, потому как вместе их службы она имеет солоноватый привкус и плохо влияет на состояние зубов. Воду пить невозможно, она. Ихняя вода все равно. Зубы сразу начинают крошиться, страдать. Нет, мы смотрите, в Лениногорске мы как бы пока предварительно договорились, мы сменки 5-литровые баклажки там мы наберем и стараемся это все завести хотя бы на какой-то хватит. Потому что все равно месяц там прожил. Там жара очень будет. Да, очень сильная будет жара. Потому что местно нам говорят, до скольких градусов доходит там. 45. Да, там будет очень. Поэтому вода уже будет. Все обращения, которые поступают от ребят, обрабатываются в рабочем порядке. Из района налажены поставки предметов быта, продуктов, медикаментов в зону СВО. Ильяс Гузаиров отметил, что в очередной раз лично собирается отвести гумпомощь ребятам. Бойцы отметили, что в зоне спецоперации их поддерживают весточки от дома и теплые слова земляков. Глава района дал указание службам провести всю необходимую работу по вопросам, которые возникали во время встречи. Айгуль Диатулина, Булат Миязов, БРТ.